В эфире РБК Уфа, мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Более 1500 объектов торговли и развлечений проверят в Башкортостане после трагедии в Кемерово. Внеплановые инспекции коснутся торговых центров, кинотеатров и других мест массового пребывания граждан. Решение в правительстве республики приняли сегодня. Напомню, в Кемерово накануне сгорел торговый центр. По последней информации, погибли 64 человека. Причины возгорания пока не установлены. В настоящее время такие торговые комплексы в обязательном порядке, они обеспечены современными автоматическими системами противопожарной защиты. Это системы пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре. В средствах массовой информации, конечно, промелькнуло сообщение о том, что там система оповещения не сработала. Периодически внеплановые проверки на объектах они так и так проводились. Мы, кроме того, на своих объектах практически так же ежеквартально проводим проверку. Я, как специалист на торговые комплексы, выезжаю, проводим проверки, принимаем меры по устранению этих недостатков. По данным регионального управления МЧС, в Башкортостане порядка 350 крупных объектов торговли с одновременным пребыванием более 200 посетителей и свыше 1500 средних, где одновременно могут находиться от 50 до 200 человек. До трагедии по плану ближайшая проверка лишь одного из торговых центров региона намечалась на май. В связи с действием на территории Российской Федерации надзорных каникул в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля, а также в связи с принципом приоритетного планирования объектов, относящихся к категории высокого и значительного риска, и снижением административного давления на субъекты предпринимательской деятельности, объект защиты данной категории в 2016-2018 годах не планировались к проверке. На текущий год запланировано проведение плановой проверки объекта защиты категории значительного риска. Сейчас в республиканском управлении ждут указаний федерального центра. О внеплановых проверках сообщили в чрезвычайном ведомстве. Отмечу, провести инспекцию всех торгово-развлекательных центров страны распорядилась и Генеральная прокуратура России. Поручение направили во все региональные подразделения. Закон о прямых расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства не избавит ресурсоснабжающие организации от долгов, так считают региональные эксперты. Нововведение, которое приняли в Госдуме по замыслу авторов, должно вывести управляющие компании из цепочки оплаты. Договоры будут заключаться напрямую с конечным потребителем. Предполагается, что на общем собрании собственники многоквартирных домов могут решить вопрос о заключении прямых договоров с организациями на поставку энергоресурсов. О таких изменениях необходимо будет уведомить орган государственного жилищного надзора. Напомню, проект данного закона появился после обвинений в адрес управляющих компаний о нецелевом использовании средств граждан и образовании долгов перед поставщиками. Прямые расчеты, они есть и сейчас, ничего не препятствует на уровне подзаконных нормативных актов. Если принимают только это, то это будет камуфляж, то есть придание более высокого статуса той норме, которая была. Из тех норм, которые утверждались постановлением правительства России, теперь будет федеральный закон, то есть статусом выше, это все. На самом деле, серьезно на жизнь не повлияет. Если это что-то другое, и действительно это прямые договоры, то тогда управляющая организация уходит в статус исполнителя коммунальных услуг. Но остается ОДН, который называется сейчас КРС. Свой комресурс для содержания общего имущества. Это по Жванецкому полусметана. Ну, не бывает полусметаны, либо еще не сметана, либо уже не сметана. Либо все уходит, либо все остается. В новом законе есть норма, согласно которой ресурсники в одностороннем порядке смогут расторгать договоры с управляющими организациями в том случае, если задолженность по оплате будет превышать размер двухмесячных начислений. Башкортостан выплатил более 48 миллионов рублей в счет погашения 18-го купона 8-го облигационного займа. Об этом рассказали в региональном Минфине. На каждую ценную бумагу номиналом в 1000 рублей выплатили более 9,5 рублей из расчета ставки купона в 7,75% годовых. Выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей сроком обращения почти 7 лет был размещен 27 сентября 2013 года. Облигации имеют 28 купонов. Купонных периодов сроком 91 день каждый. Ставка купонного дохода для купонов с 1 по 26 установлена в размере 7,75% годовых, для 27 и 28 купонов 7,65% годовых.
Московский барбер Роман Ванчиков провел мастер-класс для уфимских коллег. В столицу Башкортостана опытный стилист прибыл по приглашению вице-президента группы компании «Гранель» Дениса Назарова. В отеле «Шаратон» собрались более 30 парикмахеров и барберов, которые намерены развивать это направление. Не так давно мы разговаривали с моим хорошим знакомым. Он, ну, я не буду называть именно марку салонов, он очень весомая марка салонов, где он работал. И он сказал, что барберия – это временное влияние моды, и в скором времени ее не будет. Я еще тогда с ним не соглашался и доказывал, что это, ну, будет этому развитие. И как практика показывает, и наше время показывает то, что это только набирает обороты. С ростом популярности мужского направления индустрии красоты барберов становится больше. Однако над профессиональным уровнем еще работать и работать, говорит Роман. Клиенты барбершопов – люди большей частью взыскательные, и вопрос качества для них первоочередной. Московский гость раскрыл коллегам секреты геометрии стрижки от формы лица до инструментов для создания нужной текстуры. Барбершоп у нас сейчас очень много, как бы это пользуется популярностью, очень много людей их открывает, но вот именно таких людей, которые преданы этому делу, которые развиваются, постоянно не стоят на месте, и, ну, как бы все равно же творческая профессия. То есть здесь важно не только зарабатывание денег, не только цель получить какую-то выгоду, а также развивать творчески себя и своих, как бы, работников, если вы открываете барбершоп. Поэтому посещение мастер-классов в этом-то очень хорошо. От теории перешли к практике. Варианты подбора формы бороды и мастерство стрижки столичный барбер продемонстрировал на примере обладателей одного из самых модных сегодня элементов мужского образа. Сегодня предоставилась такая возможность. Все понравилось. Роман действительно мастер своего дела. Теперь я думаю, что буду ходить в барбершопы. Также именитый мастер рассказал о современных трендах и поделился тонкостями раскрутки своего дела. По признанию Романа Ванчикова, отдачу от уфимских коллег он получил хорошую, почувствовал живой интерес, услышал много вопросов. В планах стилиста провести здесь другой семинар с акцентом на личностном развитии мастера. Клиент должен видеть разницу между традиционной парикмахерской и барбершопом, уверен московский гость. И на этом у нас все. Главные новости региона ищите на нашем сайте. До новых встреч!